Агния Барто. «Андрей не верит людям», читает Павел Беседин. «Андрей не верит людям. Конечно, он не прав. Решили мы, обсудим его колючий нрав. Нам стало ясно после. Осел всему виной. Стоял в витрине ослик, ушастый, заводной. Лет 6 было Андрюшке. Соседка к ним пришла. Ах, мальчик, ах, игрушки, купить тебе осла. Сегодня слишком жарко, боюсь попасть в грозу. А завтра жди подарка, а завтра привезу. Андрюше ослик снится, во сне стучат копытца. Он заводной, он может по комнате носиться. Твердит соседка снова, смешного, заводного, куплю тебе осла. Но не сдержала слова, с утра в кино ушла. Андрюше ослик снится, стучат, стучат копытца. Твердит соседка снова, вот после выходного, смешного заводного, куплю тебе осла. Так вся зима прошла. Купить осла Андрюшке придумал 5-й класс. Он вырос из игрушки, но пусть он верит в нас».